По нашей традиции, смотри, не порежься. О, с неба. Запомните вот такие. Привет, друзья, с вами Юрий Тарабанов. И что я так красиво одет? Мы сегодня снимаем пилот нашего нового сериала. В главной роли вот этот парень, который только что пописал. Погнали. Наконец-то мы дождались главного героя. Это в аренду? Да. Можно ломать? Нет. Это в аренду нельзя ломать, надо вернуть. Так, процесс по полной, да, Артём? Снимаем самую сложную сцену, да, Марш? Дурдом. Дурдом дубль два. Кто нас ставит свет на площадке? Все сами. Вот так вот, ребят, вот это вот производство. Малобюджетное производство. На третий день уже бюджета не хватило на профессионалов. Все, на третий день мы не будем ничего есть, ничего пить. А камеру кто протирать будет, блогер? Камеру? Даже нет человека, кто мне камеру протрет. И так сойдет! Заказывайте профессиональный бетик. 03-03, дубль 1. Ну все, нас лишат родительских прав, меня посадят на 20 лет, а Германа заберут в детский дом. Слишком сильно не крути глазами, ладно? Давай. Слишком много не крути. Туда посмотри, туда, вот так вот все. И говори, начали. Давай. Друзья, прямо сейчас мы видим сокрытие улики. Хорошо, стоп. Мы снимаем проездочки на машине. Витя ушел писить, я слушаю. Как он писит. Давай! Ну вот, он такой показывает, такой, а, что? Что? Что, Господь? Что, Господи? Что? Смотрит. Он такой, я тебя посылаю. А, молоток. Ссылку. Ой, я в смысле, в командировку. Да. Куда? В Москву. Он такой. Такой, знаешь, немножко, да, пшеробашный, это еще дурачок такой, знаешь, такой. Не-не-не, лежи только. Медленно-медленно. Старайся, как Саша. Медленно-медленно, давай. Нет, руки не вынимай. Все, давай, медленно, улыбайся, давай. Медленно. Smoke weed every day. Улыбайся. Шире. Входи! Втаскивай. Вера, глаза закрой. Глаза закрой, я сказал. Тяжело, блин. Говори ему. Па, да ну что... Па, да ну что не смотреть? Я видел трупы по телеку. Ты сейчас у меня на канале ссора отца и сына. Не пропусти, ты что несешь, а? Не снимай! Нас меня посадят! Гера, не смотри, твой отец просто дебил. Иди к нему. Гера, не смотри, твой отец просто дебил. Гера, не смотри. Твой отец просто дебил. Гера, самокритично. Жесть. Это уже второй или третий день. Мы устали конкретно. Да, это жестко. Я сейчас будет переход. Я больше никогда не буду сниматься в фильме. Фильм говно. Нет, не этот фильм, а вообще. Сейчас тебя бить буду, брат. Звукарь отличный. Умеете? Могете? Что такое? Внимание, лапушка. 03-01-03, дубль 1. Что этот антиквариат делает в нашей машине? Почему она открыта и забита этим барахлом? Я еще раз спрашиваю, что это такое? Перчатка. Это похоже, мы в школе проходили средние века. Рыцари, это перчатка от доспеха, серебряная, фейк небось. Вы все это вот так вот делаете, это буквально вот... Чуть-чуть. За собой вот так, тихо, уже тихо все, да? Так, Гера, забудь все, что я сказал. План номер Б. Герман, ты скажешь, что, может быть, вызвать скорую? Нет! Руки не вытряпки. Опять заговорил мамиными словами. Может быть, оказать ему первую помощь, у нас же есть врач. Какой нахрен врач? Это гребаный ветеринар. Я? Бешенство не подходит. Давай, что еще там? Может, он уже умер? Юра, меня посадят. Может, он уже умер? Я сделал, придумал, значит, крепление вот такое. Думал. Искусственный увеличитель. Вот такой вот ракурс. Внимание, готовы? Жизнь, все в моменте. На стриме живой ангел. Я успешен. Все снято. Хватит. Снято.